Всем привет, с вами снова Женек и Димыч, и мы продолжаем проходить Край Эфир кооперативную кампанию. Ну и, в принципе, погнали. Ну да, всем как привет. Обычно. В следующей серии, в прошлой серии вы, если помните, то впереди нас ждет друг с бензопилой, по всей видимости, по звукам. А патронов у нас кот наплакал. Но у кого-то вообще их нету. Я на двери. Я тоже. Чувак, я прикрою. Где? Понятно, я обернулся. Слышь, а он как вообще выглядит? Он жестко. Нормальный такой пацан. Так, вот он. Все отлично. Нет. Тихо. Услышу, он проник в дом. Блядь, я уёбываю. И все, он меня догнал. Нет, не оборачивайся. Он в бешенстве. Беги, блядь, нет. Я с вами побежал. Блядь, куда бежать? Я свалил, все. Что у меня? А, у меня дубинка. Отлично. Все охуенно. Ну я свалил, Димыч. Патроны кончились. Перезаряжаться умеешь, нет? Куда ты пошел-то? Я убил бабку, пошел дальше. Я надеюсь. О. Стоп, я что-то вижу. Мы почти дошли, да. До города. Надеюсь, все ж тут. Больше не будут падать эти бабы. С деревьев. Как раз напомнил. Да, блядь. Нормально. Понятно. Вроде все чисто. Щемим. Да. А, нам надо не туда просто, да? Не, нам туда. Ща прицелиться надо. Ну, в принципе, это единственный проходик. Опа! Дробаш. И винтовка как раз тебе. Вот винтовка, вот дробаш. Да возьми, ну ладно, пускай будет. Вон М-ка. Патроны как раз. Надо перезарядиться, погоди. Это перезаряжено. Шикарно. Шик. Так, ну куда нам? Сюда что щемить? Не, мы оттуда пришли. Ну я понимаю, ну нам больше некуда. Ладно, ход сюда. Ну да. Нас бы иначе просто по текстурам не пустили. Да ёпт. Ну вон дверь какая-то. Так, мы, по всей видимости, добрались до поезда, что ли? О, ожидаю. Заебись. О, дяденьки. Вообще, пожалуй, вообще не круто. Да, здесь некуда. Надо оббегать. А-а-а. Между призами нельзя пролезть. Слышь, они... А, вот, все нормально. И чё? Не знаю. Прыгай. О, патроны, шприцы. О, пистолет. Я больше не могу взять пол. Ножик, шприц.
Что дальше-то? О, дверь открыта. О, сюда. Куда? Вот дверь. Давай. Не могу. Нет. Ну залази, ща. Надо ждать тебя. Вау. Нет. А-а-а. Я все видел. Я же был рядом. Не знаю, не нашел нас. Точнее, не зашли. Не-не-не. Что делаешь? Нет. Все, я уехал. Ну я тебя... Они сожрали да меня. Не, я тебя затащил. Я тебе серьезно говорю, я видел. Скриншот. Там будет, на видео. Ну ладно. О, видишь? Еще и откачал. Ну, блядь! Ха-ха. Можешь прийти? Да, блин. Наебись. Да первый за игру. Вон еще один. Где кто чё? О, дробовик. Наебись. Там баба стоит. Какая? Красивая? Ну, тут все красивые они. Накось. Накось, друг. Все нормач. Сейчас справа будет. Сейчас слева будет. А, внезапный ход. Так. Последняя бомба. Так. Опа. Автомат. На кассе. Нет автомата. Как нет? Тебе показалось. Я подобрал автомат. Ну ладно, значит я еще один ну нашел. Да, их двое было. Точнее, их два было. А, бери тогда. А, их два здесь опять. Ни хрена себе шприцов. Откуда, где он? Вон там, вон, куда я свечу. Блять, что лечился, что нет. А, все, подобрал. Мы на правильном пути. Еще последний рывок. Угу. Классно. Чё такое? Да, он спереди, братва, стоит. Ща. Хедшот там. Офига себе отдача. Блин, все равно удивляюсь, как на вообще на движке первой халфы, блин, можно такую игру сделать. Ой, куда летит? А, да где? О, на Z можно переключить. По одному или ну, по да. Три патрона. Я только знал. Слева, справа. Не понял. Мало. Слышь, а почему патроны нельзя подобрать? Вообще пистолет почему нельзя подобрать? Не знаю, не понял. Откуда? А, блин, кровати. Где? Спереди. У тебя же была... Всё, я расстрелялся. Чё за двери открылись? Прыгай. Нельзя. Текстуры.
Слышь, чувак, у меня шприца-то больше нету. Погоди. У меня и дубинки нету. Классно. Я мертв. Откачай. Откачай, чувак. Сядь, блядь. Господи. А, мы приехали. Наши тела. Ну да, наши тела довезли. А, нормально. Добрые ребята, с одним пистолетом. Нас встречают. Где выход-то? Ну, дальше, походу. О, он с пистолетом стоит. Через стекло нельзя стрелять? Не понял. Да, нельзя через стекло. Один готов. Ладно, давай его оттыкай бока. О, отлично. Бери у него пистолет. Нормал. Господи. Ну, по всей видимости, нам туды. Нам туды. Пистолет-то бери, чувак. А, тут я уже. Нельзя, что ли? Хватает, я смотрю. Вроде никого. Вроде как. Креатив. Чего, покинул игру? А, все. О, ножик. И шприц. Я стреляю, если что. Я стреляю, где? Если что. Если еще не заметил. Да я ж это в тап-меню был. Чё? Ой. Блядь, да только похилился, да. Уже даю. Тут чё? Там кровать летающая, пойдем по той стороне. У меня есть это, какую винтовка. А вот она еще. Ой, блин. Бензопильщик. Да там слева. Что идем здесь? Да. Вон он бежит. А, ну это не такой страшный, как то. Да? Я вижу. Да нормально, сейчас все будет. Сейчас откачаем. Тридцать хп. Так, там две кровати. Экскаватор еще едет, блин. Вообще не знаю, зачем туда полез. Что такое? О, след какой-то классный. Тройной. Вот он еще один. Нам направо, что ли? Нет, нам направо. А, да, направо нам. Давай прощемливаемся, короче, на их патрон тратить, ну-ка нахрен. Thank you.
Ой-ой-ой. Печаль, печаль. Беги к двери, чувак. Сбись. Отлично. Уёптать. Тут заперто. А там? А там не заперто. О. Меня что-то ударило. Где он? Где он? Не знаю, я там не сюда что-то? Погнали. Блин, теперь не подается. Нельзя. Не подается. Я был бы не против. Ну да. Там тёлка. Господи, да возьми ты нож-то. Ну и где этот петух? Ну, я опять полутруп. Петух, ну не знаю. Да, блин. О, пистолет подобран, хороший. Да вылази уж ты, погнали отсюда. Чё ты их бьёшь-то? Ну, у меня здоровья мало. Воу. Блин, а у меня тоже немного. Блин, вот сейчас вот вообще печаль, если он здесь где-то. Так, а на третьем чё? Блин, надо шприц искать срочно. Он где, тут. Где? Где? Там внизу. Он слева будет. А, да, почему-то он не бьет его. Может, текстура? Возможно. Понятно. Он идет. Так, а вот если вот так? Отошло. Ну там бензопильщик еще просто, вот что меня пугает больше еще. То, что у меня хп нет. Блять. Пойду-ка на третий схожу сначала все же. Ты убил бензопильщика? Нет. А че он потух? Я пытаюсь. Меня убили двое. Парня. Прикольно. Нет. На втором этаже. Я не тебя. Справа. Угу. На втором? Ну или на первом. Нет, на втором. Как по лестнице подниматься, самого низа справа я. И за стенкой еще. Ага, вижу. Справа. А просто снизу еще не стоит. Мне надо говорит. По-другому нож взять. Все, он текстуру бьем. Ага. Молодец. Я могу резнуться, в принципе, но я не буду этого делать. Да. Хотя... Я надеюсь, конечно, на тебя, поэтому не нажму пробел.
Да. Жаль. Я бил по текстуре, он бил по мне. Нормально, баланс. Да мы недалеко будем тут, так что ничего страшного. Хотя бы ножек нет. Мой любимый кушечек. Погнали, погнали, погнали. Вообще, вот их тоже можно пропустить, на самом деле. Да заходи ты, блин. Погнали, 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 погнали. Так, машину нельзя запрыгнуть, чёрт. Зря я туда пошёл. Да сколько вас тут с оружием? 16 хп. А если я выброшу шприц, он высветится? Просто так оружие... Нет. Да, наверх нам не надо. Нам не надо. Я там выброшу. Ну вот отсюда нужно идти. Вот сюда. Покажись вниз. Вниз вообще. Блин! Уйди, уйди, уйди! Да-да-да. Что там? Не записочку нашел? Бегаем, бегаем, бегаем. Ой, я боюсь отсюда. Блять. Да, блин. Револьвер, револьвер. Я нашел револьвер. А, поздравляю, он дверной проем не может пройти. Тогда нахер револьвер. Блять! Ну нет! Но он меня не видит. Сейчас я... У меня ноль шансов. Погоди. Да. Блин, вообще надо резнуть. Хорошо, иначе мы его не убьем сразу. Да? Ну ладно. Нормально. Не понял. Чувак. Справа. Я. Ну, справа убежал направо. От меня? Нет. В автобусе. А, блин. В автобусе уже так быстро? Ну, а чё? Меня опять что-то ударило. Нет, ударило. Это поднял. Так, там шприц. Подбирай патроны. Да. Я вниз за револьвером. Уйди отсюда, дитя. Да блин. Ну и где он? Там стоит. Стоит. У меня патроны кончились. Да, стоит.
Галли мой пистолет. О, нашел дверь. Отлично. А куда нам чимить? Не знаю. Ну куда-нибудь подальше, потому что там большой дядя. И что ты здесь стал? Да я понимаю. Получаешь сейчас, ты еще не понял, опять же. Там это было. О. Ладно. Да, ну не сюда. Прикольно. Так, сейчас, подожди, дай перезаряжусь, пойдем. По мусорку никто. Да я уж понял. Нам туда, где большие дяди. Бля. Остановка, черт. Ёптынь. Так, так, так. Обошли. Надо взять это. Похилиться. Блин. О, господи. Ну что, давай закончим здесь. Наверное, как раз таки. Новая глава. Так, с вами... с вами был Женёк и Димыч. Мы продолжаем проходить Край Эфир. Всем спасибо за просмотр. До встречи.